Здравствуйте, это канал Максим Мадзе, и опять мы давно с вами не играли в Angry Birds Star Wars. Редко по Angry Birds видео у нас тут выходит. Ну, короче, сегодня мы будем проходить эпизод Cloud City. Четвертый эпизод в игре Angry Birds Star Wars. И так же, как и предыдущий Horse, он связан... А то он относится к пятому эпизоду Звездных войн под названием «Империя наносит ответный удар». Начинаем. Этот эпизод мне нравится, кстати говоря. Как раз довольно-таки интересная локация. Эх, жалко, не попала на ту, ну и ладно. Летающие штуки вот эти. Что это за планета, не помню. Возможно, это планета Корусант. Где целая планета, это один огромный город. Но могу ошибаться. Может быть, это другая какая-то планета. Я не помню точь-в-точь весь этот эпизод пятый. Так, Лея получает усиление. Теперь притяжение будет посильнее немного. Ну, что-то не особо сильнее оно стало, потому что эта фигня вообще не притянулась нифига. Хорошо. В этом эпизоде, слава богу, нету уровней в космосе, поэтому пройдем мы его. Я думаю, пройти его будет легче, чем предыдущий, к примеру. Уровни в космосе я не люблю. Мне они не очень нравятся. Опа, а вот еще один джетпак. Джетпак номер 4. Остался последний, который мы найдем на этом же эпизоде. В этом же. Но, правда, на другой локации уже. На следующей. И тогда откроется эпизод под названием Boba Fett Missions. Который мы тоже пройдем с вами. Не в этом выпуске, но пройдем. Там всего 10 уровней. Довольно интересных уровней. Последний долетит до него или нет? Эх, жалко. Ладно, давайте попробуем тогда как-нибудь вот так. Эх, рикошет не получился. Ладно, попробуем тогда еще раз то же самое, только чуть-чуть пониже. И давайте как предыдущий раз сделаем также. Чтобы эта фигня улетела в динамит. Отстреливаем этих. Примагнитиваем вот эту фигню. И все.
Немного, кстати, истории, так сказать. Когда этот эпизод вышел, первый раз он вышел, обновление с ним вышло, он изначально содержал тоже только 20 эпизодов, как и предыдущий. У следующих еще 20 было написано Coming Soon. И я помню, ждал я это обновление, ждал. У меня была HD-версия Angry Birds Star Wars на андроиде. И необычная HD. И она в то время еще не имела обновления с оставшимися 20 уровнями, а обычная имела. И я тогда не умел игры скачивать сам. За меня папа делал все мой. Ну и вот, наконец-то, в какой-то момент пришло время, поставили. Поставили версию более новую. Также версия для ПК. Версии для ПК обновление с оставшимися 20 уровнями вышло намного. Вышло тоже немного позже, чем на андроидах и айосах всяких. Angry Birds, она вообще игры, это игры те, которые делали на мобильниках, а не на компьютерах, не на консолях. И Angry Birds Star Wars, вот этот, который мы играем, это единственная часть Angry Birds на ПК, которая была вся выпущена на компьютере, со всеми уровнями абсолютно доделанная. Остальные все нет. В 2014 где-то эта серия окончательно ушла с ПК, недовыпустив некоторые обновления. Например, на оригинальный Angry Birds был эпизод Short Fuse, где был бомб электрический. Там только две первые, третьи из 15, только первые 30 уровней, всего 45 их. Только первые 30, остальных Coming Soon. В ПК-версии написано по-прежнему, обновление не выходило там. Но есть, правда, какие-то фанаты, которые смогли доделать этот эпизод и еще там выпустить несколько. Возможно, фанатское реально такое обновление, и оно получилось очень неплохим. Правда, эпизод Justice Pork, или как там последний эпизод называется в оригинальном Angry Birds, он почему-то не хочет работать. А остальные все работают. Есть, конечно, некоторые недочеты на некоторых уровнях. Но, тем не менее, это фанатское обновление очень прикольное. Мне понравилось. Надо, наверное, как-нибудь обзор на него даже сделать. Жалко, на него больше не выходило обновлений. Могли бы этот Justice Pork доработать. Могли бы также выпустить обновы для Angry Birds Seasons. Или Angry Birds Space хотя бы. Для Angry Birds Seasons больше всего бы хотелось. Но, в принципе, можно играть на эмуляторах, на BlueStacks, на Nox. Там геймплей, как бы курсором водишь, сенсорную хватаешь, стреляешь. Геймплей не будет сильно отличаться от ПК-версии. Так что, в принципе, это не так уж и страшно. Можно скачать эмулятор и там в полную версию мобильную играть. Да и к тому же в мобильных версиях имеются усиления всякие, которые кнопкой открываются специально, которые вот здесь где-то находятся. В ПК-версии вместо этой кнопки кнопка рестарта, а там кнопка усиления. Их на ПК нет. Еще этот корабль Сокол Тысячелетия есть, как усиление тоже. Его нету здесь. В мобильных версиях только был. И через эмуляторы можно на ПК их воспроизвести, конечно. Эпоха эмуляторов — это прекрасно. Какой это уровень уже, кстати? 9? 1/4 уже почти прошли, можно сказать.
всего 40 уровней, как вы уже, наверное, поняли. Эх, не упало, осталось дальше висеть там. Так, теперь вот эту фигню скидываем. Эх, один не сдох. Ладно, давайте еще раз попробуем. На этот раз получилось еще хуже, чем в предыдущей, потому что эти штучки не упали на нее. Еще раз надо попробовать. Может, наверх стрельнуть? А, кстати, да, да, это хорошая была идея. Так, вот как до той-то дотянуть? Не долетит она туда, лучше, наверное, стрелять в нее. Кстати, уже совсем скоро Angry Birds Star Wars исполнится 10 лет. Вышла она 8 ноября 2012 года. Так, от календарь открывайся. Так, 8 ноября, это у нас когда будет? Какой день недели? Это сентябрь. Октябрь, ноябрь, вторник. Надо будет обязательно снять выпуск по Angry Birds Star Wars, обязательно. Сентября вышла Angry Birds Star Wars 2, год спустя, 2013. То есть ей в этом году уже 9 лет будет. Плохая цепная реакция пошла. Не до конца, конечно, она сработала, но... Да, не очень удачно получилось. Ага, здесь яйцо золотое. Добраться до этого яйца очень непросто будет. Надо, но мы попробуем, наверное. Как будет до него долететь? Надо как-то траекторию продумать.
как он может лететь? О-о-о! Давай-давай-давай! Ах, блин! Не-не-не, надо попробовать. Давайте еще разок. Если не получится, то тогда за кадром достану. Может быть. Достали все-таки, наконец-то. На этом уровне никакой цепной реакции не наблюдаю. Какой-то особенности. Вроде бы просто обычный уровень космический. Хотя нет. Какие-то необычные вещи в нем имеются все-таки. То, что вот падает сверху на вот эту фигню, прям все. Со свиньями прям. Падают. Ну а теперь не паримся и просто проходим уровень. Уровень, правда, непростой немного. Эх, не падает. Ну-ка. Хорош, хорош. Да нет, тут уже не достанем никак. И он тех попробуем достать. Блин. А, может туда попробовать стрельнуть? Ну и динамит. Так, а вот вторая локация у нас. Мы находимся в каком-то уже... в каком-то из-за здания уже.
каком-то помещении. В каком, не знаю, не помню. Но вот это место похоже на уничтожение... Место для уничтожения мусора. Туда все падает и уничтожается там. Да, дым, кстати, пропадает все время, вот этот, когда вот этот экран выигрыша или проигрыша. О, это же Боба Фетт, блин. Короче, если по нему ударить, у него джетпак активируется, он полетит. И может расхреначить что-нибудь. Давайте запустим его, чтобы он туда полетел. Боба Фетт вообще сюда прилетел, чтобы похитить Хана Соло. Заказ у него был. Джаба Хат заказывал. Жирный, отвратительный монстр, который... Так, нет, лучше с камнями запустить. Цепи вот эти ломаем. Может, камни сначала опустить? Камушки не задели его почему-то. Нет, нет. Еще раз. Вот не, вот плохо, что динамит взорвался. Можно, мог бы подорвать вот этих. Блин, как бы лучше сделать, а? Вот эти примагнитить, может. Какой уровень? 19. Так, а вот и последний джетпак. Который мы должны постараться достать. Эх, не долетело. Так, не-не-не. Мы должны достать этот джетпак. Все джетпаки собраны. Боба Фетт Missions открыто. Это прекрасно. Это очень прекрасно.
Так, Дарт Вейдер появляется на этом уровне. Во второй раз появляется уже. Так, после того, как мы открываем эти двери, закрываются эти. И нам придется их пробивать самими. Блин. Если Дарт Вейдер в том эпизоде, в Death Star эпизоде, на 20 уровне тоже появился, или на каком там, держал целую кучу объектов красным этим освещением, то тут всего лишь две какие-то палки. Так, прежде чем мы приступим ко второй части этого эпизода, я прервусь, чтобы скинуть запись с камеры с телефона, чтобы память не забивать. Продолжаем. Приступаем ко второй половине эпизода. Хана Соло, короче говоря, заморозили в карбане. Как это было и в фильме тоже. И новая птица. Это Лэндо. Лэндо. А вот и фамилию его не помню. Я помню, что его звали Лэндо, и что он был другом Хана Соло. И, кстати, он похож на него. Тоже треугольная птица, но коричневого цвета. Тоже стреляет, но стреляет вот так вот, как вы сейчас видели. Тоже три пули, но они не в одну сторону сразу, а в разные стороны идут. Может быть, туда сверху стрельнуть. Локация тут тоже интересная, довольно-таки. Тут на фоне мы видим штурмовиков внизу. Бонусный уровень за 250 звезд. Давайте попробуем.
Блин. Одного легкого прикосновения взрываются они. Не только штурмовики, другие свиньи тоже. Смотрят, как мы уничтожаем их тут и ничего вообще не делают. По-моему, это последний уровень на этой локации. Все. По-моему, это последний уровень на этой локации, как я уже сказал. Но не уверен, может еще есть. Сейчас посмотрим. Да, это был последний уровень на этой локации. И вот финальная локация этого эпизода. Это вот такая вот темная, темная, здоровенная... Темный, здоровенный вакуум какой-то вообще. Так, давайте по-другому как-то. Хан Соло вроде как не должен появиться на оставшихся уровнях, потому что он карбонит был заморожен, и как-то нелогично бы получилось. Но с другой стороны, одна из логичных вещей уже нарушена, что Оби-Ван Кеноби появляется на... Ой, кончились птицы. Оби-Ван появляется, что вот на этих уровнях. Хотя он был убит во втором эпизоде. А в фильмах это четвертый был эпизод. Но это было бы слишком быстрое расставание с птицей, поэтому, видимо, так и сделали. Хотя вот... Qui-Gon Jinn из Angry Birds Star Wars 2, он после своей смерти не появлялся на уровне. Если его не призвать с помощью усилений, конечно. Там никакой логистики. Там никакой логистики не нарушено. Пошла цепная реакция. Не дошла она, но
добиваем и все. На этой локации, кстати, имеется где-то яйцо золотое, еще одно. И, по-моему, его достать проще, чем предыдущее здесь. Давай-давай, падай. Чтобы сдуло все здесь. Не хватает чуть-чуть, ну ладно. Какой уровень это у нас? 32-й. Уже не так много осталось. Нет, пока нет. Так. Теперь надо вот отсюда стрелять. Как-то вот так попробовать. Ага, и чтобы это упало и сдуло их всех. Просто отлично проделан уровень. Лэнда здесь не было или... Нет, не было. Надо цепи разломать эти, наверное. Да-да, вот так. Чтобы не загораживало.
Так, а вот и яйцо то самое. Да, и все те же самые птицы, что были на том уровне, где было яйцо тоже. Так, вот я не помню, как тут лучше сделать, чтобы оно, наверное, надо вентилятор этот направить. Наверное, надо вентилятор этот направить, чтобы он объект эти сдул туда. Других вариантов я не наблюдаю, если честно. Эх, но она не долетит до туда. О, вот сейчас вентилятор хорошо направлен. Хотя, если не долетит, то будет плохо. А, блин, этот вентилятор мешает. Наконец-то. Полчаса, блин, пытался достать это яйцо. Нифига, оно не проще оказалось, нифига. Наоборот, сложнее получилось. Да блин. Сам уровень не кажется простым, я бы сказал. Отлично. Я, разумеется, вырежу этот весь процесс попыток доставать яйцо. Это потому что видео тогда часа полтора, наверное, будет. Полчаса просто скучных кадров. Потому что насколько можно уже.
4 уровня еще осталось. Или 3. 4. Блин, да что ж такое? Блин, надо бы до той фигни достать. Голубой. Можно не до голубой, можно просто цепь разломать. Эх, не хватит. Не достал, ладно. Блин. Эх, вот так промахнуться сейчас надо было, а? Достает. Так, и осталось 2 уровня. Последний это босс. По традиции. Ну, за исключением первого эпизода. Там босса не было на последнем уровне.
не очень хорошая была идея, потому что теперь до оттуда не достать. Так, а вот и финал, наконец-то. Короче, это Дарт Вейдер с красным мечом, который будет прыгать на те участки, на которых нет каких-либо блоков. Так, нет. Я помню, я вот так этот уровень проходил. Один из моих любимых боссов, кстати, вот это. Легко это довольно было. Дарт Вейдер на этом моменте его руки лишил в фильме. Вот так вот. Вот такие вот дела. В следующий раз мы будем либо проходить вот это, либо вот это. Во всяком случае, мы точно будем проходить не вот это пока. Перед этим надо пройти вот это вот. Зеленый меч для Люка раздобыть. Давайте посмотрим новые значки, которые мы заработали. Вот этот, во-первых. Во-вторых, вот этот. А, нет. Этот нет. Вот этот. Вот этот. Ну и вот этот. Хотя могли бы также заработать и вот этот, если бы на 3 звезды все прошли. Ну, в общем, на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.